Всем привет! Пришла еще одна посылка с фигуркой. Я уже в одном видео показывал мастера Йоду, что начал коллекционировать, теперь заказал из фильмов Бэтмена. Джокера я заказал. Джокер должен быть с ножом в руке. Фигурка стоит $10.63. Пришла дней за 15. Продавец оценил ее в $3. Сейчас посмотрим, как выглядит. Она должна быть на подставке. Вот, видим, сама подставка. Пакет пустой. И Джокер с ножом. Все, больше ничего нету. Вот Бэтмен там написано. Warner Brothers Games. Такая вот подставочка. Так, Джокер. Что-то... каким-то пахнет этим резиной, но это так, резина, вот этот, как его звать-то, плащ резиновый, ну он сам весь резиновый, ноги вот резиновые, нож поднимается, он такой вот Джокер. Горбатый. Сейчас попробую поставить это в подставку. Вот, сел как родной. Вам не видно, скорее всего. Сейчас камеру чуть-чуть повыше поставлю. Такая вот фигурка. Также ссылку оставлю в описании. Продолжаем коллекционировать. Закажу еще что-нибудь из похожего. Уже заказывал вот мастера Йоду. Сейчас где он? Вот. И теперь уже и Джокер есть. Будут рядышком стоять. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.